Здравствуйте, коллеги! Приветствую вас в мастерской «Амурские украсы». Зовут меня Донской Николай. Сегодня, 23 февраля, поздравляю всех причастных к этому празднику. Покажу я вам сегодня, как я изготавливаю ручку дверную. По желанию заказчика выбран материал липа. Ну, вам я форму показывать не буду. Смотрите, здесь все понятно. А вот как я вырезаю мордашку, я вам покажу. Смотреть мы будем это все под музыку Владимира Капункина. Вот. Работать я буду, работу делать инструментом Александра Корнеева. Если занимаетесь резьбой и испытываете недостаток в инструменте, обращайтесь к самому Александру Корнееву. Ссылочка внизу этого видео. Вот. Ну, для начинающих, кто смотрит и загорается позаниматься самостоятельно резьбой, я затачиваю стамески Александра Корнеева. Предлагаю набор АК-15У, это учебный, и АК-21П, это профессиональный. Да? Но опять же, это с моей заточкой, то есть пишите на почту. Почту вы найдете на сайте «Амурские украсы». Здесь подсказка тоже присутствует. Переходите на сайт. Смотрите работы, какие я делал в свое время. Вот, какие я собираюсь делать. Над Россией снова тучи. Ах, как привычен этот случай уже. Если в небе эти тучи, значит, впредь они нависли в душе. Вера в силу внешней силы в душах пламень погасила совсем. И теперь поверить в сказку, где побеждает только ласка, так трудно всем. А над нами в небе синем простота любви божественной горит. Освещает светом ясным, нежным, теплым и прекрасным наш быт. Но заметить этот лучик россиянин не обучен пока. Он воюет и воюет, пока бьется сердце и крепка рука. Но ведь хлеб и любовь, и вовсе не кровь. Святая Россия, вот в чем твоя сила. Хлеб и любовь, и вовсе не кровь. Святая Россия, вот в чем твоя сила. А во храмах, на моленьях, пребывая во мгновениях святых, просит иноки во песнях у ворот резных небесных золотых, чтоб открылась для России тайна величайшей силы — любовь. Исполняя кое вовсе, нужды не будет и причины лить чью-то кровь. А над Россией снова тучи, ах, как привычен этот случай уже. И если в небе эти тучи, значит, впредь они нависли в душе. Философия военных так конкретна и удивительно тонка. Но каким бы ни был лозунг, все одно, в конце концов, война.
Но ведь хлеб и любовь и вовсе не кровь. Святая Россия, вот в чем твоя сила. Хлеб и любовь и вовсе не кровь. Вот в чем твоя сила, святая Россия, хлеб и любовь, и вовсе не кровь, святая Россия, вот в чем твоя сила. Хлеб и любовь, и вовсе не кровь. Вот в чем твоя сила, святая Россия. Ну вот, коллеги, я вам сегодня показал, как я делаю дверную ручку. Сейчас я сделаю тут, быстренько закреплю шканты. Ручка у меня вот такая вот, сборка на шкантах. Вот, крепится к двери, а потом уже наклей на шканты. Инструменты я использую Александра Корнеева, кузнеца. Он еще во время СССР уже занимался своим ремеслом. Его печатали в журналах советских, поэтому мастер со стажем. Вот. В ссылке под видео можете его контакты найти, но учитывайте всегда, что у нас время, мы на Дальнем Востоке живем, то есть разница с Россией у нас 7 часов. Потому что он как-то меня предупреждал, ты говорит, предупреди там коллег своих, чтоб ночью не звонили. Ну вот такая вот у нас ручка дверная получилась. Стилизация я сделал зверька. Хотел сделать соболька, но каждый может увидеть в этом образе свое какое-то, своего зверька. То есть стилизация, я не повторяю, как он выглядит в природе, да. Даже если я скопирую точно-точно, он не побежит. А глядя на такую работу, вы уже можете увидеть и почерк мастера, да, здесь. Ну и свое видение, да, формы и пластика резьбы, да. Вам, уважаемые коллеги, я желаю творческих успехов, здоровья. Заходите в мастерскую, может быть, что-нибудь для себя подчерпнете из моего опыта, что вам пригодится. По инструменту я вам сказал, то есть те, кто занимается резьбой, заказывайте у самого Александра Корнеева. Кто собирается начать, я предлагаю заточенные уже с моей заточкой наборы АК-15, АК-21. Вот. Ну, то есть, заходите. Вам всех благ. До скорых встреч. Всего хорошего.